Мы находимся в машинном отделении одной из разводных опор Дворцового моста. Сейчас вы видите первый контур управления насосными установками. Он отвечает за управление подачей масла в трубопроводы к цилиндрам или к цилиндрам подъема противовесов, или к цилиндрам отвода стоек, или к цилиндрам подъема и опускания крыльев. Вот эта система установлена во время реконструкции Дворцового моста.